Совсем скоро на Акаин состоится премьера сериала под названием «Бар. Один звонок». По сюжету следователь Андрей Морозов занимается поисками Вити, пропавшего сына своей жены, которая лежит в коме. Все улики ведут Морозова к таинственному бару. Один звонок, который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен. Не просто миксующий коктейли и отпускающий циничные реплики, но и помогающий посетителям позвонить умершим. Однако плата за звонок смертельно опасна. Каждому позвонившему придется сыграть в русскую рулетку. Главные роли в картине исполнили Данила Козловский, Александр Ильин-младший, Кай Алекс Гетц, Алина Аук, Оксана Акиньшина, Максим Виторган, Марина Ворожищева и другие. Премьера сериала «Бар. Один звонок» состоится уже в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.